KKR24 Technologies. Привет всем! Обзор про паяльную станцию от бренда Yihua, модель 8786DI. Фирменная упаковка в комплектации руководства пользователя на китайском языке, гарантийный талон. Комплект пластиковых смесителей, пинцет с острыми концами. Запасной нагревательный элемент для фена. Крепкий сборник припоя. Комплект скальпеля, щетки, иглы и так далее. 5 сменных насадок для паяльника, насадки для фена. Запасной нагревательный элемент для паяльника напряжением 24 вольт и мощностью 45 ватт. Бухта с припоем, крепкая продуманная подставка для паяльника. Паяльник тут модель 907G с острым жало и коннектор наподобие GX16. Фен тут компактный, удобная форма ручки, гибкий провод для максимального удобства в работе. На задней стороне корпуса имеется кнопка включения, предохранитель и выход для заземления. Включаем, загораются полоски. Включаем левую часть. Кнопками вверх-вниз можем регулировать температуру фена максимум до 480 градусов Цельсия. Для примера можно нагреть насадку и видим, как быстро набирает температуру. Включаем правую сторону паяльника. Тут тоже можем регулировать максимум до 480 градусов Цельсия. Хороший нагрев и хороший контроль пайки. Центральная кнопка на блоке питания Cool и Hot. Это выбор холодного или горячего потока воздуха. Внизу регулятор выбора скорости потока воздуха. Пробуем паять, скажу, что очень хороший контроль температуры. Главная заслуга – это большой трансформатор, установленный в блоке питания. Фен отлично справляется в ремонте светодиодных ламп. Пробуем, также одинаково хорошо может справиться и в работе с SMD компонентами. На этом обзор завершаем. Всем спасибо за просмотр.